Всем привет, ребят. Ну, как просили, сарделя. Сегодня сарделя апнет, думаю, 12 косилы. Мы потрешуем, посмотрим на лабу, что это такое, как, где, почему, как нас быстро там вынесут с нашими прокачками, с нашими героями. Ну и так, немножко подфармим локации. Думаю, будет длинный видосик, поэтому делайте чай, кофе, кто что пьет. По 150 и садитесь, будем трешивать. Так, окей, поехали сразу же. Бесплаточка и палач, ну, без мата обошлось, ребята, без мата сегодня. О, нифига себе, четвертая. Жалко, конечно, что не пятая, но опять же нормально пойдет. Присунем его вот сюда. Так, отлично. Ой, супер. Смена есть. Так, бастик. Плюс 300 самов. Отлично. Так, это мы потом дофармим. Поехали. Посмотрим. У меня Рину есть уже, я вам показывал видосик, где я его выбил. Это реально трэш был. Сейчас я стараюсь его прокачивать. Влепил я ему бастион. Поговорим давайте сразу же о Рину. Для тех, кто не знает, Рину такой специфический герой. В свое время, как он вышел, много шума наделал. Потом как-то это все приутихло. Но герой действительно хорош. Чем? Он отхиливает сам себя, снимает энергию, зональный урон офигенный, танк. В общем, вот как-то так. По сборкам баст можно ставить, я это сделал, потому что у меня здесь нету возможности выбора. Куча разных талантов, поэтому остановился я на бастионе. Но оптимально ему священный огонь, я показывал, либо огненка, огненная защита. Сейчас зайдем, я вам сразу же покажу. Есть обзорчики, ой, немножко не туда зашел. Есть обзорчики у меня на канале на разных рину. Ищите плейлист героя 9988, обзор героев, и там есть обзоры на всех героев, на таланты, то, что вам надо. То есть это не есть проблема, это найти при желании. Так, окей. Вот он. Вот у меня такой вот Рину есть. Не качал ему еще СО. Вот есть Согненкой. Довольно-таки неплохой, на максималке еще плюс 40% жизни. Вот его максимальные статы, как видите, неплохой герой получается, 800 тысяч жизни. Можно ставить разные таланты, он будет с разными талантами хорош до определенного времени. То есть герой универсальный, но есть нюансы с включением, то есть там очень много разных вариантов. Я об этом вам рассказывать не буду, посмотрите видосы, там в каждом видосе все рассказано. Так, и что у нас тут? Отлично, давайте сразу же поставим что-то улучшаться. А то я так захожу, таблетки надо качать тоже. Такс, поехали. Подземочки. У нас по подземочкам творится. Давайте позабираем сразу же награды. Думал вам показать, но в принципе тут нечего показывать. За прохождение первых, как видите, даются КГшки и ЗПшки. Надо будет их сегодня нам дофармить, чтобы уже закрыть вопрос с обычными, перейти на жестокие. Так, хорошо. Надо нам 12 косилы. Окей, так, что у нас здесь? Ничего такого не продается, понятно. Так, квестик забрали. Побежали качать Рину. Смешная, конечно, эта прокачка, но ничего не поделаешь. Так, окей, силушка растет. Также у меня есть череп. Черепа я вам уже в предыдущем видео показывал и рассказывал. Седнушка красавица тащит. Реально тащит. Окей.
Стэквай разобраться не может. Так, а что у меня тут? Отлично. Поехали дальше. Так, Рино. Так, 300 надо нафармить. Давайте поставим Рину. Будем теперь танчить Рину. Такс. Надо 3К кулаков мне. Почти, почти, ребята, почти. По таланту, конечно, я его сейчас не прокачаю. Но вот посмотрите, что он сейчас будет делать. Вот он зонально начал бить. Посмотрите, 3 героя, и они просто... тащат. Просто бешеный герой. И он действительно для бездоната очень хорош. Он у меня будет теперь танком. Он теперь будет у меня в основе. Без него теперь я никуда. Так. Давайте забежим на арену. Там, по-моему, должны нам дать награду 60 кулаков. Есть. Отлично. Теперь забегаем. Колизей. Заканчивается, надо будет сбегать. Давайте забытая. Начнем так. Колизей. Команда 6, да? Давайте. Я не видел, какие там талантики, правда, есть. Давайте сразу же таланты посмотрим. Так, ремки нет. То есть без донату реально печаль будет. Утекание. Угу. Так, ладно, значит, попробуем так. Утекание. Баст. Так, дальше. Ну, тут, конечно, такой выбор. Нехти. Варлок. Тоже попробуем. Утекание. Баст. Чтобы дольше прожили. Тут ожог. Вот так. Так, дальше Атлант. Атлант, я не знаю, доживет, не доживет. Давайте так попробуем. Стойкость. Ладненько. Так, шапка. Паладин. Шапка, БВшка. Ожог. Можно было бы Варлока, конечно, с БВшкой создать, как вариант. Но хочется, чтобы он пожил дольше. Посмотрим. Это, конечно, печальный состав, но попытка не пытка. Ты что-то он на 4 поставил только. Странный. Ой-ой-ой-ой, сейчас я Атланта заряжу. И моим героем будет пипец. Так и случилось. Ну, у меня Тесса с утеканием, поэтому... Нет, это не столь печально. Тесса однозначно должна была выжить. Ну, жесть. Это просто жесть, ребят. Я офигею. Да уж, надо все-таки ставить Атланта в первую очередь. А хотя, в принципе, почему не ставить? Разброса что нет. Вот так вот. Слились жестко. Давно я не бегал в эту локацию. Поэтому не удивляйтесь. Поехали. Битва номер 2. Надо будет заняться все-таки. Постараться проходить каждый день. Потому что это веселая локация. Так. Отлично. Надо корку на кого-то поставить. 6 просто, посмотрите, сливаются. Нормас, должны затащить. Отлично, красавчики.
Ну, в таком случае, если нет ни у кого разброса, можно Атланты первым ставить. Ну, я обычно раньше ставил разбросы на героев, либо Корку. Просто первые герои не включались. Но опять же, это все рандомно очень. Вот посмотрите. Просто налегке. Так, покупать мы не будем. Так, хорошо. С этим разобрались. Что тут у нас за 600? Пока я это брать не буду. Жирновато для меня. А пока нам оно не надо. Так, хорошо. Поехали дальше. Поехали, поехали, поехали. Надо нафармить немножко золота. Посмотрите на Рину. И там вражеский Рину тоже, кстати, есть. Слил мою тыкву. Так, надо подземочки пройти. Давайте, кстати, Рину сейчас затестим на подземках. Сразу же посмотрим. Вот видите, почему он действительно классный герой. Особенно на таком левеле. Вот посмотрите, сколько у него отхила, ему пофиг вообще все. Все будет сейчас бегать, разносить. Я думаю, он, наверное, и соло бы тут справился. Надо ему единственное питомца поставить еще. То есть он плюс Седна будут вдвоем тащить. Мне подземки теперь. Вот видно, как он забор энергии делает. Ой-ой-ой-ой, шапка. Вот это может нам... Хотя нет, не страшно. Уже шапка нам не страшна. Так. Ну давай, давай. Скиллы я пока использую, ну то есть точнее слизни все у меня уходят на прокачку тыковки. Она у меня будет первая качаться. Потом буду остальных уже героев по потребности прокачивать. Конечно, смешно, он без скина. Я уже привык к скину. Плюс Седна ему еще баф дает, вообще отлично. Так, супер, супер-пупер. Забрали книжечки опять же. Так, поехали. Давайте еще надо две нам подземки пройти. Точнее, не две, даже больше. Ладно, не будем пока над этим заморачиваться. Так, тренировка. Тренируется, отлично, магия. Магию тоже надо не забывать качать. Она дает неплохо силы. Такс. Нам надо золото пофармить. Вот посмотрите, как он прекрасно все сносит. Ну не знаю, это просто подарок был. Реально, для бездоната Рино на таком уровне это реально очень круто. Там многие удивлялись в комментах, почему ты так типа Рино, потому что, ребят, такой герой при такой прокачке, как и остальные, будет тащить на таких низких левелах.
Посмотрите, там одержимый. Ай-яй-яй-яй, слили, короче, нашу Марину. Там одер хорошо прокачанный был. А, так. Окей. Где там наш черепуля? Поехали. Немножко его сейчас улучшим. Отличненько. Так. Что мы имеем? Имеем новый титул. Так, забрать плюшки надо. Кстати, он должен на волнах неплохо затащить. А, такс. Давайте еще за башку пройдем. Заодно и посмотрим, как тут Рина будет тащить. Давайте его в эту пачку берем. Смешно, конечно, на это смотреть, какие противники, но все равно надо проходить. Вариантов у нас особо нет. Так, смотрим. Хотя ему надо было его седой, наверное, поставить, там от хила хотя бы будет. Да, видите, немножко против других героев он еще слабоват. Давай, Седнушка, тащи их. Красавица. Фига себе, смотрите, что она сделала. Просто, просто супер. Это герой мне нравится. Так, ну тут мы затащим однозначно. Красавчики. Так, мне бы кого-то попроще, ребят. Да, у него нету подхила. Сливает. Надежда на две остальные пачки. Что они затащат? Надежда умирает последняя. Так, 2830. Вот тут нереально против кого-то воевать. Я уже показывал, что без донат просто, просто отдыхает. Против эволюции и прочего. Ну, в любом случае, надо фармить каждый день каких-то 50 кулаков. Можно накопить за неделю 350 плюс разные локации. То есть однозначно надо проходить. Можно, в принципе, по Берику все равно. Нам тут ничего не светит. Так, отлично. Наш предыдущий ранг забрали. 2870. Хорошо. Такс. Такс. Окей, 12 тысяч силы, ребят. Мы можем теперь собрать команду на лабиринт. Самое интересное. Но мы сюда сейчас ходить не сможем, потому что новый сезон начнется через день. Вот так вот. Я думал, мы запустим сегодня, потестим, но придется немножко подождать. И уже будем фармить здесь. Посмотрим, что и как. В общем, вот так вот. Такс. Рина у нас сдох. Давайте Ринку. Надо тоже фармить. Получить плюшки. Эта плюшка пришла. Можно сразу выходить.
Так, отлично. Получили бонус. Так, 80 за 8 часов, отлично. Вот самое тоже один из прибыльных, это будут гоблины. Особенно там, где кулаки, ну и нужные вам ресурсы. Это для меня ордена, кулаки. Вот так вот одного строителя я оставлю пока. Для улучшений. Так, хорошо. Уху-ху. Так, ну что, попробуем пройти волну. Я думаю, следующая волна. Такс. Давайте так возьмем Рину. Пусть будет у нас. На Рину мы поставим. Вот так вот. Рину есть. Седна будет. Тыковка. Так, сюда поставим черепа. Хоть он у меня и не особо там прокачанный, мы сейчас его немножко докачаем. Но думаю, нам этого должно хватить. Так, ну об этом мы о просвете мы поговорим попозже. Да, спасибо, спасибо, я знаю. Я это все знаю. Открылись у нас рунки. Так, хорошо. Так, надо кого-то на отхил поставить. На черепа поставим. Ангела. А сюда поставим Рудольфа. Ну что, поехали, попробуем. Волна F. У нас еще было не пройдено. Посмотрим, что у нас изменилось с такими вот героями. Сможем ли мы ее затащить? Так, F2 готово. F3. F4, ребят. Вот вам пару героев, и уже совсем другая картина. И F5 просто на изи. Ну, можете меня поздравить. Отлично. Че, поехали? Волна Джей. Сразу же пробуем. Да, Рина, конечно, тащит. Реально, реально с Рино будет. Тащить. G5 просто изи, ребят. Да, Рино, конечно, поменял все на сардельке. Это наша Рино Сарделя. Да и череп, смотрите, с утеканием, он просто красавчик у нас. Размазал H1. Так, H2 есть. Налегке H3. Действительно офигенный герой для бездоната. Что я могу вам сказать? H5. Просто изи, ребят. Ай, волна. О, шапка. Так, ну давайте еще есть попытка. Против шапки, конечно, сложновато.
Она один раз включается и все. Так, и один пройдено. Кого-то у нас там уже слили. И два. Но остались самые такие жестики. Вот тут шапки. Нифига себе, и три. Ну, офигеть. И четыре прошли. Давайте тащите. Это просто, ребятушки, это просто жесть, они герои. Ну, Джей, я думаю, мы уже давайте просто попробуем. Офигеть. Просто офигеть. Так, ну там черепа слили. Но Рину остался. Джей 2. Все. Тут без вариантов. Да даже так, блин, столько мы волн прошли. Это просто мега четко получилось у нас. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки руками, ногами. Это интересный контент, думаю, для многих, много для вас интересного. Всем удачи, всем пока.